На днях было объявлено об идее пропустить всю молодежь Российской Федерации через военно-сборовую подготовку и тем самым резко улучшить качество мобилизационного резерва. Уж вроде бы я, например, милитарист до мозга костей, но к этой идее я отношусь очень отрицательно, поскольку с точки зрения давно прошедших войск эта идея, безусловно, актуальна. А с точки зрения ведения вооруженной борьбы 21 века, где ведущую роль играет космос, авиация, высокоточное оружие, радиоэлектронная борьба, современная связь, ну, военно-сборовой подготовки, конечно, мы ничего не решим.